С 1 марта к работе в Северо-Енисейском районе приступила мобильная поликлиника. Смотрите в нашем эфире сегодня актуальное интервью с заместителем главного врача Красноярской краевой клинической больницы Игорем Чуваковым. Игорь Викторович в том числе ответит на вопрос и о работе мобильной поликлиники, и о том, какие обследования можно будет провести на месте. Начало эфира в 18:30. Показ в интернете по мере загрузки видео.